дорогу в школе, от садика к школе. Откуда она будет идти? Она будет идти от садика, вот к школе. Вот здесь ага. Школа. Ну вот, да. Здесь вот парковочные места, вот видите, два заезда и парковочные места. Ага. И дорога на 6 метров шириной. Ага, сейчас вот я сниму вот там. Ага. И дорога на 6 метров шириной. Вот. Вот. Угу. С двух сторон будет бордюры. Парковка. Парковка вот там. И там клумба еще одна будет. Uh-huh. Около школы клумба зеленая такая клумба. А аллея? Аллея вот она, вот она. Вот дальше там будет и аллея. Uh-huh. И докуда она будет доходить, эта аллея получается? Там около 8 метров. Uh-huh. А когда вы начнете ощебенение, потом и асфальтирование? Когда планируете? Все машины поехали за щебенем, за щебнем. Угу. И вот отсюда этот грунт убираем, туда, откуда уже будет щебень. Угу. И сегодня-завтра начнем ставить бордюры.